Привет, YouTube, привет, подписчики и гости моего канала. В общем, вчера я, видели, да, догрузил тракторок. Кто не видел, ссылочка вот здесь будет сверху. Поставил один плужок, почистил его от краски, то есть отполировал. Не знаю, видно, не видно. Отполировал лемех, сам отвал. Вот, счистил краску, отполировал полевую доску. Ой, пятка у меня сделана. Это самодельный плуг мой. Тоже ее отполировал. Конечно, можно и без нее, но делал по типу мотоблочного, только больше в разы. Вот, сейчас поедем проверим на огород. Там уже на месте поднастрою навеску, как мне надо. То есть уже по месту. То, что в теории, там задрать колесо, выставить так, поставить так. Только в земле. Только в земле я буду настраивать навеску. Потому что навеска новая. Мне еще, так сказать, неизвестная. В общем, хары-ля-ля. Погнали, загоним плужок в землю. Так, в общем, загнал тракторок в огород, но пробовать буду поперек. Потому что в случае чего пойдет не так, либо он не справится с одним плужком, то когда пахать вдоль буду, вот эта борозда, которая останется, она перекроется, то есть ее засыпет. Вот как-то так, потому что еще огород не весь убран и, в принципе, еще рано пахать. Будем пахать примерно через месяцок. Ну, показать, думаю, надо, как это дело будет происходить. Вот он плужок, весь вот такой блескучий на солнце. В общем, сейчас загоняю в землю и смотрю. Может быть, чуть-чуть что-то поднастрою. Потому что это все ориентировочно, как говорится, на глаз. Здесь талрепы закрученные пока до конца, так как колесо не стоит в борозде. Плужок относительно ровно должен залазить в землю. А вот средний талреп я не знаю. Либо изменю угол атаки, либо оставлю так. В общем, он сейчас там плюс-минус на середине. Тяги тоже стоят на среднем положении. Я думаю, видно, да? То есть в процессе сейчас пахоты я буду смотреть, что мне здесь поднастроить. В общем, смотрим. Так, мужики, ну, понятное дело, плужок загнал. И что оказывается? Догружать надо передок, поэтому погнали, поднакидаем. Поставим ковш, поднакидаем ему железяк. А может, так противовес повешу. У меня есть противовесы отличные. Задираются колеса, его сносит в сторону. Итак, попытка номер два. Повесил ковш. Кинул свою болваночку. Знаете, да? Что она у меня весит. 58,5 килограмм. Здесь сваркой написал. Это болванка 36 килограмм. Такая у меня. И обратно вот такие вот две, но уже побольше, вот таких железяки. Где-то порядка 110-115 килограмм вот спереди уже веса есть. В общем, пробуем еще раз загнать плужок. Возможно, уже колеса отрывать от земли не будет. В общем, смотрим.
Так, ну видно было, да, в принципе, как это происходит. В общем, сейчас меняю угол атаки, потому что опорное колесо даже до земли не достает. Работает пятка. То есть, видели, да? Настройка так, на глаз. Но плуг выравнивается и работает пятка. Он заглубляется только на ту глубину, на которую вот она настроена. Ну, то есть он не настроен, я будем так говорить. Навеска не настроена. Кстати, цепи у меня затянуты. Я не хочу, чтобы они у меня болтались. Меня устраивает вот такой вариант. Потому что один плужок, этого достаточно. Мужики, вот как есть, достаточно. Кто-то скажет, неправильно, но это я так хочу. Я так и буду пахать себе. А вы пашите как хотите, хоть без цепей, чтобы у вас она вот так вот плавала красиво. Так, все, меняю сейчас угол атаки, так, чтобы хотя бы опорная доставала. Опорная сейчас поднята полностью вот до этого ножа, который счищает землю. Здесь плуг настроен примерно где-то сантиметров на 15. Попробую сейчас его загнать на всю глубину. Возможно, маловато, могу потом его еще опустить. Это уже другие вопросы. Пока справляется, да, тянет на ту глубину. В общем, сейчас даже померяем, вот без опорника, сколько он вспахал. Так, мужики, ну, взял рулетку, взял правило. Вот так, земля, да, вот где не паханая, ложим, как вот есть, ложим. Тут раскапываем и смотрим примерно приблизительную глубину. 13 без опорника. Ну давайте вот тут еще где-нибудь в начале, тут вроде доставать должно было опорное колесо, тут поглубже вижу. В общем, нужно настраивать. Вот ложу правило просто на землю, смотрим. Тут у нас вот, ну, 16 примерно сантимов без опорного. Сейчас меняю угол атаки. В общем, задал другой угол, видно, как даже колесо в ямке. Ну, тут вначале вроде нормально взяло, а там дальше что-то оно начало вылазить. Поменял угол атаки, сейчас ставлю на штатив и смотрим. Так, стало немного тяжелее, но все равно до опорника не достает. Ну, до опорного колеса. Вот, ну, глыбы выворачивает хорошие. Пойдемте померяем. Примерно 3 раза прошел. Глыбы прям такие приличные. Земля, конечно. У кого-то песок. Прям там 2 плуга загоняют. У меня нет. У меня... Нифига не песок. И давайте где-нибудь раскопаем. Пятнашку роет и достаточно. Вот. Ты давай распрямляйся. Так, смотрим. Тут повеселее. Где-то 18 берет. До чистого берем, до чистого ложим на землю.
Да, тут 14. Ну, в среднем пятнашка стабильно получается. Ну, достаточно. В следующем году будем уже глубже. Чего от него хотеть-то? От такого маленького монстрика. Колеса. Липучка стоит. Не стал я ставить на эти колеса. На этих и пробую. В общем, как-то так. В принципе, получается довольно неплохо. Я доволен. Этого достаточно. Как-то так. Ладно, на этом будем, наверное, прощаться. Тест провел. Остальной тест. Вот тут 20 соток. Проведем уже через месяцок. Миник, он и есть миник. Как ни крути. Ладно, кому понравился тест, не забываем ставить палец вверх. Пишите комментарии, я все их читаю, абсолютно все. Подписывайтесь на второй мой канал, добавляйтесь в группу самодельщиков. С вами был Санек, еще увидимся.